Состоялась встреча депутата муниципального совета Владислава Рымши с жителями своего избирательного округа. Начиная с весны, по их обращениям, в подъездах домов 46 и 74 по проспекту Ленинского комсомола велись ремонтные работы. Сейчас уже можно увидеть результат. Есть небольшие еще недочеты, но ребята еще доделывают, как бы, то есть это все в процессе. В целом очень хороший ремонт, все здорово. Вместе с руководством территориального отдела и представителями управляющей компании собравшиеся осмотрели отремонтированные подъезды. Здесь были обновлены входные группы, заменены стекла, перила, почтовые ящики. Сделаны современные пандусы для маломобильных. Цвет плитки на полу и стенах жители выбирали сами. В скором времени в подъездах установят радиаторы отопления. Сейчас будем заполнять систему, и все батареи, кого не готовы, все подготовлено. Как бы кронштейны все висят, проблемы нет. По словам жильцов, ремонт такого уровня с момента постройки 46-го дома не проводился никогда. Похожая ситуация сложилась и с домом 74. Помимо обновления подъезда, в прошлом году здесь также было проведено благоустройство двора. И теперь уже от жителей зависит сохранность объектов, детской и спортивной площадок. Огромное спасибо нашему депутату Владиславу Валерьевичу. Огромное спасибо администрации, потому что без администрации у нас не было бы ни благоустройства, ни спортивных площадок, ни тренажеров, ни зоны отдыха. Вот тут у нас и для бабушек, и для дедушек, ни ремонта подъездов. То есть все с помощью их. И огромное спасибо, конечно же, директору МУП УК ЖКХ Михаилу Михайловичу Соломатину. Владислав Рымши сказал, что вопросы благоустройства и ремонта составляют основную часть обращений к нему как к депутату, и чтобы их решить, ведется планомерная последовательная работа. В связи с последними событиями, в общем-то, бюджет испытывает определенные проблемы. Естественно, ряд работ, они вообще были ограничены. Поэтому благодаря администрации, благодаря там, территориальному отделу, управляющей компании, у нас все-таки получилось решить эти вопросы. И вот за последние там, 2,5 года уже на территории нашего округа отремонтировано 6 домов. Обратиться к депутату можно как на личном приеме, так и через социальные сети. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.